Я гадаю, багато з вас помічали, що діти бувають, граються у якісь неправильні ігри, відривають крильця метеликам або знущаються над тваринами. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу поговорити з вами сьогодні про дитячу жорстокість. Ранее считалось, что проявление жестокости по отношению к животному в детском возрасте обязательно приведет к тому, что ребенок вырастет каким-нибудь садистом или мучителем. Но исследования, которые были проведены на этот счет, не подтвердили эту гипотезу. Более того, ученые пришли к выводу, что жестокость является одним из элементов нормального взросления ребенка. Точно так же, как есть этап, когда ребенок говорит неправильные слова или начинает воровать. То есть ребенок получает и примеряет на себя взрослую власть. Ребенок приходит в этот мир табула раса, чистый лист. У него нет понятия морали, у него нет законов, по которым можно жить. Он не знает, что такое правильно или неправильно. Вот эти все законы, эти границы устанавливают родители в процессе воспитания ребенка. Ребенок не понимает, что нельзя, допустим, очень сильно прижать хомячка, и что он после этого может умереть, что нельзя сбрасывать щенков с крыши, что неправильно рыбку разрезать, ей после этого будет больно, и она тоже может умереть. Ему интересно, это исследовательский нормальный интерес, точно так же, как ребенок разбирает, например, машинку, он разбирает рыбку. Именно реакция родителей определяет то, как ребенок будет относиться к этому впоследствии. Если не будет никакой реакции, ребенок не понесет никакого, пусть не наказания, но хотя бы ограничения, разъяснения со стороны родителей, он будет считать это нормой. Также очень важен пример родителей, то, как строятся взаимоотношения в семье. Например, если в семье принято унижать, оскорблять, нарушать чужие границы, проповедуется неуважение к чужой личности, нет границ касаемо пространства личного или здоровья других людей, или даже жизни других людей и животных, то, соответственно, и ребенок воспринимает это как норму. Если, например, в вашей семье есть животное, которое в порядке вещей, если животное голодает, или, допустим, собака, которую бьют ногами, или привязывают веревкой настолько сильно, что ей сложно дышать, или там, она чувствует при этом дискомфорт. Если топят котят и проявляют другие какие-то жестокие меры по отношению к животным, естественно, ребенок будет воспринимать это как норму, не видеть в этом ничего предосудительного. Если родители склонны проявлять какие-то наказательные меры физического плана к своему ребенку, то есть постоянно нарушать его физические границы, то ребенок точно так же будет испытывать потребность самоутвердиться за счет кого-то другого, более слабого. То есть вы наказываете того, кто не может дать вам отпор, и он будет искать кого-то более слабого, кто не может дать ему отпор. Это своего рода такая психологическая компенсация. Мне нужно почувствовать себя целостным, а почувствовать себя целостным я могу только за счет унижения или уничтожения даже физического кого-то другого. То есть я таким образом возвращаю себе свою силу. Также причиной детской жестокости, ну и последствия, возможно, и взрослой жестокости, является, естественно, безнаказанность. То есть когда мы совершаем какие-то действия, и за это не получаем адекватный какой-то результат со стороны окружающих. Понимаем, что это нормально, это допустимо. Еще причиной может быть так называемый привитый нарциссизм, привитый родителями. С одной стороны, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда родители совершенно не заботятся о своем ребенке. То есть они заботятся, но выполняют какие-то формальные свои функции. То есть они одели, обули, накормили, уложили спать, и они считают, что на этом их родительский долг как бы закончен. Все остальное привьет ребенку общество. Общество у нас склонно включаться именно в те моменты, когда уже какие-то вопиющие случаи происходят, уже из ряда вон выходящие, только тогда включаются какие-то законодательные нормы и ограничения. И человек понимает, что, наверное, он зашел за какую-то черту, за которую заходить не стоило. А что касается нарциссизма, то это как раз излишняя опека и забота родителей. Когда они настолько влюблены в своего ребенка, когда они строят вокруг этого ребенка всю свою жизнь и тем самым прививают ему ощущение того, что все в этом мире для него, ради него, из-за него. И он может спокойно наплевать на чувства и желания других людей, животных,
кого-либо, достижение собственной цели. Такие люди вырастают такими эгоцентриками, которые идут к своей цели по головам, не заботясь о том, что сзади них остается кто-то, кто, возможно, корячится от боли после того, как по ним прошлись. Также можно говорить о том, что к жестокости, к сожалению, приводят нормы общества, в которых мы существуем. Социальные сети, в которых человеку необходимо постоянно себя как-то демонстрировать. Для того, чтобы получить наибольшее количество внимания со стороны окружающих, ему нужно проявлять такой активный эпатаж, сделать что-то такое, на что обратят внимание, что-то аховое, из ряда вон выходящее. И, к сожалению, часто подростки приходят к тому, что совершают какие-то действия, снимают это на камеру, выкладывают это в социальные сети для того, чтобы именно получить вот эти вот лайки, получить вот этот общественный резонанс, комментарии. То есть такой своего рода вот, ну, звезда на 5 минут, да, калиф на час. Вот. Для того, чтобы привлечь к себе внимание, нужно совершить какое-то аморальное часто действие. Также жестокость по отношению к более слабым может свидетельствовать о том, что человек просто врожденный психопат. То есть тот, кто не способен почувствовать эмоции и ощущения, предугадать или осознать, как его действия отразятся на другом человеке или на другом существе. Те, кто не совсем понимает свои собственные эмоции и чувства. Такие люди как бы проверяют других на выдержку, смотрят, как можно ими манипулировать. Они как бы исследуют этот мир через боль других. У таких людей очень выражен инстинкт самосохранения. Они четко понимают границы, которые не стоит нарушать в социальном обществе для того, чтобы их не наказали за это. То есть если такой ребенок или подросток получает адекватную реакцию со стороны окружающих, они понимают, что все, здесь забор, вот этого делать нельзя, даже если очень хочется. То есть таким образом даже психопатов, социопатов, людей, у которых это как бы ощущение, неспособность чувствовать других, она врожденная, их таким образом можно социализировать. Обращайте внимание на то, как играют ваши дети. Если вы видите, что они бьют свои игрушки, истязают их, обратите обязательно на это внимание. Читайте побольше книг про животных. Смотрите мультфильмы, где являются главными героями животные. Рассказывайте детям о том, как животные помогают человеку. Говорите больше с детьми о том, что они чувствуют. Рассказывайте о том, что другие существа тоже испытывают эти же чувства. То есть муравью тоже может быть больно. Птичка может тоже устать и хотеть спать. Например, кто-то не хочет, чтобы его трогали в этот момент. Ухаживайте за животными. Если у вас нет возможности завести животное дома для того, чтобы ребенок как бы постоянно соприкасался с чем-то живым рядом, ходите в зоопарк, подкармливайте голубей на улице или каких-то дворовых котят. Поиграйте с детьми в игру, где ребенок сам может проиграть себя в роли животного. Попробуйте с ним прочувствовать, точнее сделать так, чтобы он прочувствовал, как это, когда его гладят, когда его кормят или когда ему, ну, дали по попе. Расскажите ребенку о том, что жестокость и агрессия может быть адекватна, но только в случае, если речь идет о самозащите. Не стоит обижать того, кто младше тебя или слабее тебя. Будьте здоровы и будьте счастливы. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.